возле Олимпийского комплекса. Сейчас я нахожусь. Вот, часто я тут снимаю, но сегодня очень солнечная погода, поэтому решил это дело сделать в более красочном виде, хотя уже вечер и краски немножечко другие. Вот за мной Олимпийский комплекс. Собственно говоря, прямо передо мной солнце, поэтому у меня вот так вот все хорошо освещено. Вот, дальше. Там, значит, вот строится мечеть. Вот, это, как я уже говорил в предыдущих видеоклипах, это дом русской песни или дворец русской песни под руководством Надежды Бабкиной или имени ее, в общем, что-то такое непонятное. Так, собственно говоря, вот Олимпийский комплекс уже без меня, да? Вот, козырек бассейна, там гостиница «Ренессанс», Эйфелева наша местная Останкинская башня, купол армянского храма, который строится, вот, «Лукойл», тут вот с трубами с маленькими, и, собственно говоря, вот Олимпийский проспект, а вот там вот внизу находится недостроенный выход станции метро Достоевского. Первый выход уже открыли, вот, в районе театра Российской армии, а второй вот так вот в виде бочек, трубы, все прочее, сейчас стоит. Вот эта машина поехала, наверное, чаще. Собственно говоря, вот такое, значит, здесь видео. Как все это будет смотреться, ну, потом посмотрим. Вот. Ну, день сегодня хороший, хотя температура, скажем так, около 10 и ниже. Не жарко сегодня уже. Сегодня у нас уже 5 октября 2010 года.